Друзья, всем привет! Привет! Сегодня мы находимся в городе-герое Севастополе, хотим погулять по набережной и сделать опрос отдыхающих и местных жителей, позадавать какие-нибудь интересные вопросы. Я думаю, вам понравится этот ролик, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, потому что очень важно ваше мнение. Поездили, ну, где на... Здравствуйте. Вы у нас местный или приезжий? Приезжий. Приезжий, откуда приехали? Я вообще, это, Стебрюка. Стебрюка? О, да мы же тоже оттуда. Ну вы что? Как вам вообще здесь отдыхается? Нормально. Нормально? Да. Первый раз или уже это? Первый раз. Первый раз тоже, да, мы тоже в первый раз сегодня. Как вам вообще парки, которые здесь отбабахали, по-моему? Ну, мы еще не были в парке. Не были? Но набережная только как? Мы приехали сюда, только зашли. Набережная здесь, да, как? Хорошо, красиво. Да. Не катались еще на кораблике-то? Нет, еще нет пока. Но в планах будет? Ну да, наверное, пока. Хорошо, ну хорошо вам отдыха. До свидания. Первый же Тимбрюк. Здравствуйте, завтра день города. Вы приехали отдыхать? Нет. Вы местная? Девушка, до свидания. Все, всего доброго. Здравствуйте, завтра день города. Вы приехали отдыхать сюда? Да. И, да? Откуда приехали? Омск. Что успели вообще здесь уже увидеть? Херсонес. Херсонес. Понравилось? Ну, мне очень. Понравилось, хорошо. А что еще, может быть, какие-то планы есть, что здесь посетить? Ну, наверное, нет. Сейчас хотим ехать в Балаклаву, который музей подводный. Угу. Вы здесь первый раз? Да. Первый раз, хорошо. Что вообще о Крыме можете сказать? Вообще, какие впечатления ваши? Вот вы приехали на отдых, да? Погода тут классная, какая классная. Бы она ни была. Еще не успели искупаться? Нет. Нет? Ни разу. Ну, все впереди. Ну, ладно. В принципе, здесь всего лишь на сутки. На сутки? Да. Мы остановились. Вы на машине приехали? Да. На аренду взяли, приехали. А вообще, посмотрели. Да, сколько здесь аренда обошлась вам? Здесь сняли жилье? В Севастополе 1500. Угу. Это гостиница или? Ну, это гостевой дом. Гостевой дом, то есть номера отдельные, а душ он вообще. Угу. Хорошо. Ну, переночевать пойдет. Нормально. Ну, ладно, хорошего отдыха. До свидания. Здравствуйте, завтра день города, вы приехали сюда отдыхать? Мы здесь живем. О, вы живете? Да, о, местные, да. Круто. Скажите, пожалуйста, что изменилось за 7 лет после того, как Крым присоединился к России? Есть изменения? Есть изменения, да. Новые площадки. Да, кое-что построили, кое-что отремонтировали. В принципе, да, есть позитивные изменения. А вот по ценам какие-то изменения были? Вот Украина, Россия сейчас? Конечно, у нас уровень жизни стал раз в 100 хуже, чем был при Украине. Хуже? Да. Почему? Намного. Цены запредельные, безбашенные. Мы к таким ценам не привыкли. Зарплаты у нас особо не выросли. И вот если цены московские, там, где люди получают по 80, по 100 тысяч, на наши 15-20 в Севастополе, вы же понимаете, что это? Конечно, курортный город. Да, это курортный город. Угу. Но зимой он у нас не курортный, зимой точно так же все на всем экономят. То есть сейчас, ну, значительная доля денег уходит на еду. Раньше такого никогда не было. Мы путешествовали, что-то покупали, сейчас мы только едим. Вот так вот как-то. Скажите тогда, где местные вообще работают? У нас как бы производства-то никакого нет. Ну, так обычно сфера обслуживания, медицина, а военные, морские работы, моряки. То есть, ну, такое. Хорошо. А есть у вас любимое место в Севастополе? Какое? Вот здесь вот. Набережная. Набережная. То есть набережная – это то, что советуете обязательно всем вот посетить? Ну, как положено, да. Любой портовый город – это набережная, и курортный город, и Ялта, и Севастополь, и Феодосия – это набережная, это как бы лицо города. Ну, вот подняться выше, пройти к театру – тоже очень красиво. Ребята, на морскую прогулочку на катере. Так, вот здесь место выгула всех. Хорошо, спасибо вам большое, хорошего отдыха. Всего до свидания. Днем города. Вы откуда приедете? Краснодар. С Краснодара. О, хорошо, здорово. Как вам здесь отдыхается? Мы вот вместе с супругой. Давно приехали? Отдыхаете? Мы на один денечек. На один денечек. Угу. Ну, знакомые места очень любимые с юности, с молодости. Поэтому Севастополь – это просто… Завтра день города.
Да, знаете? К сожалению, мы не останемся, мы уже сегодня уедем. А вы были вчера на вот шоу вот этих... Мы в Ялте. А в Ялте что любите? В Ялте набережная. Набережная красивая. Ласточкино гнездо. Ялта тоже сказочная. Ну, тоже очень хорошая, красивая, замечательная. Любимый Крым. А почему? В Филиополе были, ага, там хорошо. Мы ночевали, теперь приехали к вам. Мы решили объехать то, что любим. А почему в Краснодарском крае не отдыхаете? Черноморское побережье, в Сочи, Анапа. Отдыхаете? У нас это наш город. Не чистый отдых, у нас сочетание деловой поездки с отдыхом. А, заодно. Здорово. Вместе мы с супругой это вот организовали, вместе приехали. Решили вот этими днями воспользоваться? Нам нравится. Доставить себе такое огромное удовольствие. Ваш регион, ваши люди, ваш климат. Все, море чудесно. Цветущие растения, сказочно цветущие. Я вам скажу больше. Мне Крымское побережье больше нравится, чем наше Черноморское. Черноморское, наше Кубанское. Более живописное. Да, Сказать да. Ну, конечно, более цивильное. Мы очень, не могу так сказать. Я хочу сказать, что более... Оно живописное, правильно девушка сказала. А что касается цивильности, я думаю, что все здесь будет скоро совсем замечательно. Ну, конечно, город Удачи Сочи вам. Известен там последнее время своими реконструкциями, колоссальными изменениями. Но вы, молодцы, вы поддерживаете свой уровень, такой, знаете, ностальгию испытываешь, когда видишь вот многое, немножко уже... Старое, но оно все сохраненное. И спасибо вам, так что всем. Хорошо, вам хорошего отдыха. И хорошо пейдин города. Да, точно. Удачи. Спасибо. До свидания. Друзья, я очень надеюсь, что вы поддержите меня в моих начинаниях. Мне не просто брать интервью, но я пересиливаю себя. И я жду вашей поддержки. Спасибо. Сейчас здесь гуляем рядом с набережной в таком красивом парке. Фонтанчик, прохлада. Посмотрите, как здесь здорово, люди отдыхают, сидят на лавочках в тени. Много местных, как мы уже поняли, приехало сюда сегодня, потому что завтра день города Севастополь. Это общий праздник. Здравствуйте, завтра день города, как вам здесь отдыхается? Мы местные. Местные жители, ой, как здорово. Расскажите, что изменилось? Все, хорошо, хорошего отдыха, до свидания. А что изменилось? Что изменилось за 7 лет, как Крым присоединили так, к России? Мы не это, мы на политические темы. Хорошо. Против? Конечно, против. Почему? А почему мы тут плохо отношения плохо? Стали плохие между людьми? Какие-то раньше были дружные. Что евреи, что русские, что украинцы, белоруси, мы все жили дружно. А потом какие-то межнациональные начинают выяснять отношения. Ну, а что хорошее, если Алексия Крым? Я блогер, я... Не надо. Все, хорошо, ладно, до свидания, хорошего отдыха. Надо идти.